Подведены итоги областного конкурса «Парки Подмосковья». Награждение победителей состоялось в парке «Елочки», расположенном на территории городского округа Домодедово. Всего на конкурс было подано 75 заявок из 44 муниципалитетов. В номинации «Лучший парк культуры и отдыха» победителем стал парк «Пехорка» Балашихи. Также ряд парков был удостоен премий за лучшую концепцию, ландшафтный дизайн и детскую площадку. Награды вручал лично губернатор Московской области Андрей Воробьев. У нас было 25 парков в Подмосковье, а сегодня почти 100. Важно, чтобы каждый из этих парков радовал глаз. Чтобы было все, что хотят наши дети, ну и, конечно, наши взрослые, старшее поколение. Они тоже много времени проводят в парках. Глава региона рассказал, что программа по благоустройству парков стартовала в области 5 лет назад. За это время количество парков в Подмосковье увеличилось с 25 до 100. Примечательно, что 20 парков создали практически с нуля.